Вот наша тундра. Тундра в Велесе называется. Ну это же не выпустить ничего, да? Ну, в смысле, если там... А смысл их выпускать? На мясо? Это же сельхозживотные. В дикой природе их не так, ну как скажем, есть, но в основном это, как я стал разбираться с этим оленеводством, даже это самое, не очень понятно, какие, зачем.